Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию один из способов заточки ножей. Для этого берем абразив, смачиваем. Хорошо бы, но не обязательно капнуть капельку любого жидкого мыла, либо посудомоя. И движениями от себя с наклоном, примерно как вы намазываете мягкое масло, делаем продольно-поступательные со смещением движения. Брусок при этом держим как, ну, бутерброд с икрой. Сначала медленно, потом, когда вы запомните движение, скорость увеличиваем. Заточку контролируем, глядя на лезвие. При затупленном лезвии видно блеск будет такой, особенно при искусственном освещении, ну или ярком солнце, будет яркий блеск. Когда нож заточен, лезвие не видно. Существует много всяких заточных приспособлений, но не всегда они есть в наличии. Например, на даче, на рыбалке, за грибами, в машине. Не везде будешь его таскать. Поэтому можем использовать любой абразив. Также смачиваем, чтобы не дышать пылью. Камень, кирпич, неважно. Более-менее плоская поверхность. Ну, если вообще беда, то кружка, либо тарелка. Единственное, что угол вот этот вот примыкание к абразиву старательно выдерживать. Не сколько для остроты, а чтобы, например, не поцарапать полированное лезвие. Длину абразива желательно иметь соотносительно лезвия ножа. Если нож длинный, можно заточить его частями. То есть носок лезвия, и ближе к рукоятке. В принципе, профессиональные повара всегда перед каким-то там разделкой большого куска мяса, чистки рыбы, то есть всегда точат. Неважно, затупился он, не затупился. Пара движений, и нож уже режет совсем по-другому. Спасибо.